Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Гороскоп. Прогноз на 15 апреля 2023 года. Мы, как всегда, начинаем. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов. И если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я, собственно, как и всегда, желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Овен может оказаться в довольно щекотливой ситуации, связанной с отношениями в коллективе или семье. Вне зависимости от опасений и некоторой неловкости, гороскоп советует ему быть предельно честным. В этот день Овну довольно сложно не вступать в конфликты, да и не надо их бояться. Лучше открыто высказать свое недовольство, чем накопить претензии в себе. Главное сделать это максимально тактично. Любовный гороскоп для Овна. Овен в этот день в полной мере может почувствовать торопливый бег времени. Возможно, он с грустью обнаружит седой волосок у своей второй половинки, вспомнит о людях, некогда дорогих, но теперь ушедших из его жизни, или почувствует ностальгию о друзьях и детстве. В этот день задумчиво-созерцательное настроение Овна вполне благотворно отразится на его внутреннем мире. Он сумеет по-новому оценить свои достижения и любовь близких. Звезды гороскопа советуют ему провести этот вечер в узком семейном кругу. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. В этот день Овен имеет возможность осознать, насколько выросла его ценность как работника. Возможно, за последнее время было сделано множество ошибочек. Зато Овен приобрел бесценный опыт, который сейчас работает на него, позволяя принимать верные и мгновенные решения. Звезды советуют Овну в этот день продолжать развиваться на выбранном поприще. Это еще не потолок, его знанием и достижением. Как известно, совершенству нет предела, и впереди его ждут еще более захватывающие перспективы. Телец. В этот день телец может не сойтись во взглядах с коллегами по работе или друзьями. Этот день опасен ссорами по пустякам и нелепыми обидками. Еще опаснее вступать в конфликт с руководством. Чтобы избежать неприятностей, тельцу в этот день стоит запастись терпением. Гороскоп настойчиво рекомендует: настройтесь на конструктивное общение и не позволяйте эмоциям вами управлять. Любовный гороскоп для тельца. В этот день тельцу стоит постараться быть сдержанным и деликатным в отношении любимого человека, но гороскоп предупреждает. Сделать это будет, ох, как непросто. Дело в том, что этот день склоняет тельца к импульсивности, необдуманным поступкам, шагам и словам, в том числе и по отношению к своему избраннику. В порыве эмоций телец рискует наговорить много лишнего и спровоцировать конфликт. Именно поэтому звезды гороскопа советуют тельцу в этот день тщательно контролировать свои слова и поступки. А если непонимание все-таки возникает, то лучший выход для тельца в этот день – отдать инициативу любимому человеку. Так однозначно будет спокойнее. Гороскоп карьеры и финансов для тельца. В этот день телец может быть не сдержан на язык, а потому будет способен потратить целый день на выяснение отношений с коллегами или поиски правды в каком-то вопросе. Тут самое время вспомнить, что разговоры хороши в меру. Надо, конечно же, какие-нибудь дела творить. Гороскоп рекомендует тельцу не вступать в пустопорожние дискуссии. В этот день они не дадут никаких практических результатов. Лучше вовремя остановиться и переключиться на более продуктивное занятие. Пусть страсти утихнут, а потом чуть позже телец может выяснить все в спокойной обстановочке. Близнецы. День может стать для близнецов ключевым в его отношениях с близкими людьми. Гороскоп говорит о высокой вероятности разрешения каких-то давних разногласий или раскрытия неизвестной ранее информации. Что ж, пришло время открыть карты. Кроме того, возможны изменения в карьере близнецов. Звезды успокаивают. Любые новшества, пришедшие в этот день, принесут вам только благо, даже если в этот день вы не сумеете оценить их по достоинству. Любовный гороскоп для близнецов. Близнецы, вне зависимости от наличия или отсутствия любимого человека рядом, рискуют вдруг почувствовать одиночество. Такое случается с каждым.
Главное не принимать скоропалительных решений по типу «весь мир ужасен и люди в нем чужие друг другу». Гороскоп советует близнецам при первых признаках меланхолии вспомнить человека, с которым они хотели бы пообщаться, и написать ему, или даже лучше позвонить, причем сразу. Это поможет близнецам осознать, рядом всегда есть люди, о которых мы вспоминаем с особенным теплом. Поддерживание связи с такими людьми в этот день обещает обернуться для близнецов неожиданными последствиями, вплоть до оживления страстных чувств или нового романтического знакомства. Так что вы с ними пойдете на сближение. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. В этот день звезды советуют близнецам не идти проторенными дорогами, а применить неординарный подход к ситуации. В данный момент это может быть неожиданным и наиболее эффективным решением, которое поможет сдвинуть дело с мертвой точки. Близнецы могут смело выдвигать самые фантастические идеи и строить революционные планы. Они не только найдут горячий отклик, но и немедленно будут приняты коллегами и руководством компании. В этот день креативим в удовольствие. Рак. В этот день у рака все идет по плану. Чем больше усилий будет вложено, тем большее вознаграждение его ожидает. В связи с этим гороскоп советует раку не перетруждаться слишком уж сильно и не забывать о важности отдыха. К тому же, получив личное пространство и время, рак способен придумывать изумительные вещи. В этот день стоит ожидать известий, которые принесут много сильных эмоций. Положительных или отрицательных пока неизвестно, но в связи с ними гороскоп советует раку подготовиться к активным действиям. Любовный гороскоп для рака. Рак будет похож на дотошного искусствоведа. Он может внимательно наблюдать за своим любимым человеком, и лишь от его настроения зависит, принесет ли такой шпионаж умиление родными несовершенствами или раздражение ими же. Если победит негатив, скандала не избежать. Рак в этот день способен вывести из себя даже святого. А вот если победит нежность, то он сможет в этот день влюбиться в своего избранника по новой. Гороскоп советует раку выбрать второй вариант. Поверьте, он принесет гораздо больше приятных эмоций. Гороскоп карьеры и финансов для рака. В этот день все дела рака, словно под микроскопом, будут критично изучаться начальством или коллегами. Ну а если кто-то ищет, тот всегда найдет, вы же это понимаете прекрасно. Вероятнее всего, раку не избежать строгого разговора и указания на ошибки. Впрочем, если эта критика будет конструктивной, то она позволит раку исправить недочеты и работать более эффективно, хотя и даст повод понервничать. Эмоции не всегда удается держать под контролем. Да и в любом случае, гороскоп советует раку в этот день отнестись к ситуации позитивно. Это всего лишь рабочие моменты, и не стоит принимать его близко к сердцу. Лев. Дорогие львы, если вы чувствуете, что ваши личные отношения в последнее время вошли в фазу застоя, то как раз в этот день подходит время, чтобы сдвинуть их с мертвой точечки в ту сторону, которую вы считаете нужной. Обратите на это внимание. Спросите себя, во что бы вы хотели развить свои дружеские или романтические отношения. Только честный ответ на этот вопрос поможет Льву выбрать тот путь, который принесет ему гармонию с собой и с окружающими. Гороскоп советует в этот день рассчитывать и расставлять приоритеты, и при этом старайтесь проводить больше времени с теми людьми, с которыми вы видите свое будущее. Любовный гороскоп для льва. Вторая половинка льва может здорово его удивить. Ошибкой было бы думать, что ничего нового узнать о любимом человеке нельзя. Поверьте, в каждом из нас море загадок, и постичь их все сразу невозможно. Да и я думаю, в течение жизни тоже. Все не откроются. Гороскоп успокаивает. Необязательная информация окажется неприятной для льва, возможно, просто неожиданной. Несмотря на вероятное замешательство, льву эта новость может оказаться полезной для выстраивания дальнейших отношений с партнером. Можно сказать, что у льва в этот день большие шансы получить какие-то полезные для отношений корректирующие данные.
Гороскоп карьеры и финансов для Льва. В этот день Лев невольно выступит в роли третейского судьи, вынужденного примирять враждующие стороны. Его коллеги, партнеры или руководители могут здорово поспорить. Чтобы исправить ситуацию и направить ее в конструктивное русло, Льву в этот день придется использовать все свои навыки дипломатии. Если в итоге барабанный бой превратится в звуки арфы, это будет полностью заслугой Льва. Он может с полным правом гордиться званием миротворца. Дева. Проницательность в этот день будет основным коньком Девы. Гороскоп советует не упускать такую возможность и пустить ее в ход там, где не хватает знаний или опыта. В этот день полезно поразмыслить над собственной жизнью. Может, в ней чего-то не хватает для полного счастья? В этот день можно попробовать найти недостающий пазл, а может и потерявшуюся куда-то вторую половинку. В поисках Деве в этот день поможет открытость. Делитесь эмоциями и мыслями с другими людьми и не оставьте. Останетесь без поддержки. Любовный гороскоп для Девы. В этот день душевное равновесие Девы может быть нарушено случайной встречей с бывшим возлюбленным. Возлюбленный, конечно же, тоже. Воспоминания о былом счастье и о горечи расставания могут вызвать у Девы желание все вернуть или же наоборот отомстить. Звезды гороскопа настоятельно советуют ей в этот день не поддаваться ни тому, ни другому импульсу. Если Дева рассталась с любимым человеком, на то были веские причины, не стоит снова наступать на те же грабельки. Если же с Девой поступили нечестно, не надо мстить в ответ. Лучше всего Деве в этот день переключиться на что-нибудь нейтральное, сосредоточившись на работе и других сферах жизни. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. В этот день для Девы весьма опасный день, когда все тайное обещает стать явным. На работе может открыться информация, которую она предпочла бы скрыть. Возможно, будут обнародованы какие-то важные сведения, напрямую касающиеся Девы. Или неожиданно выплывут результаты ее прошлых ошибочек, о которых она не поставила в известность никого и даже руководство. Если какой-либо грешочек все же всплывет, гороскоп рекомендует в этот день ничего не отрицать, повинную голову меч не сечет. Если же Деве нечего скрывать от окружающих, ей, поверьте, не о чем беспокоиться. Весы. В этот день весы хотят жить. Кровь кипит в их жилах, заниматься скучной рутиной нет никакого желания. Гороскоп предупреждает, если не дать выхода бурлящей энергии, дело может закончиться хреновенько. Весы могут устроить скандал, будто сорвавшись с цепи. Если же обстоятельства позволяют им делать в этот день то, чего хочется, а не то, что надо. Весы будут великолепны. Они способны горы свернуть, дайте только такую им возможность. Любовный гороскоп для весов. Весы дерзки и властны. Скорее всего, это понравится их любимому человеку в постельных играх. А вот вне спальни может привести к серьезной ссоре. Весы и сами не поймут, почему вдруг начнут рычать, но если начнут, то остановиться в этот день им будет очень сложно. Если же у весов назначено романтическое свидание, есть опасность того, что романтика быстро улетучится именно по их вине. Желание, чтобы возлюбленный в этот день делал все так, как хочется ему, увы, не способствует любовной идиллии. Гороскоп карьеры и финансов для весов. В этот день весам рекомендуется проявлять крайнюю дипломатичность на работе. Возможно, им придется много общаться с коллегами, партнерами и руководством, и случайно вылетевшее из уст их резкое словцо может здорово навредить делишкам. Гороскоп советует весам даже в самые острые моменты хранить спокойствие профессионального карманника, не задевать собеседника за живое и вести разговор максимально деликатно и официально. Лишь в этом случае удастся достичь взаимопонимания и успешного урегулирования рабочих вопросов. Скорпион. Все, что Скорпион запланировал на этот день, надо обязательно довести до логического его завершения. Поэтому гороскоп советует не начинать новых дел, а тщательнейшим образом проверить все, что было начато ранее. В списке Скорпиона не должно остаться ничего незаконченного, ведь в этот день завершение и подведение итогов. Вполне вероятно, краткосрочная поездка. Это может быть деловая командировка или внезапно предложенное друзьям увеселительное путешествие, которая принесет Скорпиону полнейшее удовлетворение. Любовный гороскоп для Скорпиона. Гороскоп предупреждает.
В этот день любая лодочка Скорпиона имеет все шансы наткнуться на быт, а если быть точнее, то на подводные камешки финансовых вопросов. Весьма вероятно, что любимый человек введет вас в расходы или же попросит денежек на какой-то каприз, совершенно ненужный с вашей точки зрения. Гороскоп рекомендует в этот день Скорпиону в любой ситуации сохранить спокойствие, в конце-то концов нервы дороже, да и портить отношения с любимым человеком из-за денег, да или из-за какой-то фигни, совершенно не камильфо, вы же меня понимаете. Если у Скорпиона хватит моральных сил, чтобы сохранить мир, несмотря на внутренний протест, то вечер обещает быть очень сладеньким. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Есть большая вероятность того, что в этот день Скорпиона могут вынудить доказывать свою правоту или каким-то образом защищать результаты своего труда. Аудиты разного рода проверки всегда неприятны и вдвойне неприятно, когда результаты работы ставят под сомнение. Однако, начавший оправдываться, Скорпион рискует остаться без вины виноватым. Гороскоп рекомендует в этот день сохранить покерфейс и не нервничать. Скорее всего, вся эта шумиха затеяна для галочки и не будет иметь для него серьезных последствий. Стрелец. Что скрывать? Окружающие в этот день бесят Стрельца. В течение дня его ждут смены настроения от легкого желания стукнуть собеседника по лбу с вертухи до с трудом преодолимого стремления бросить все и уехать на необитаемый остров. Гороскоп уверяет, скорее всего, коллеги и близкие Стрельца ведут себя как обычно, ну или почти как обычно. А вот он крайне нетерпим. Вспышка человека ненавистничества вызвана усталостью Стрельца. Так что постарайтесь уединиться. Проведя часок-другой в добровольном заточении, вы ощутите готовность вернуться к общению в общество. Любовный гороскоп для Стрельца. В этот день Стрелец может вплотную приблизиться к разгадке того, как возникает любовь. Наблюдательность и логичность мышления, обострившиеся у Стрельца в этот день, сделают из него отличного аналитика, а чувствительность направит большую часть ресурсов мозга на решение задачек о взаимоотношении полов. В этот день Стрелец способен анализировать отношения книжных персонажей, собственных соседей или задуматься о противостоянии мужчин и женщин. Однако гороскоп советует ему воспользоваться днем для того, чтобы проанализировать собственные сильные и слабые стороны в общении с противоположным полом. Сделав это, Стрелец имеет шанс избавиться от ряда комплексов и привычек, мешающих ему на поле любовном. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. В этот день у Стрельца день разбора полетов собственной деловой деятельности. Возможно, его давно уже перестала удовлетворять нынешняя работа и уж тем более заработная плата, или он считает, что заслуживает гораздо большего. А может, он просто теряет время, занимаясь не своим делом? Тогда что же держит его на прежнем месте? Страх? Сила привычки или обстоятельства? Ответив на все эти вопросы, Стрелец в этот день сможет разобраться во внутренних мотивах и двигаться дальше. Вперед, к душевной гармонии, успеху и благополучию. Козерог. Это тот день, когда Козерог может испытывать какой-то моральный дискомфорт, душевные терзания, причем не обязательно к тому будут реальные причины. Возможно, этот день пришелся на период небольшого жизненного кризиса или же просто солнце светит недостаточно ярко, оставляя Козерога без своего тепла. В этот день гороскоп не советует оставаться в одиночестве. Верные друзья и семья сумеют разогнать набежавшие тучи. Любовный гороскоп для Козерога. В этот день Козерога может терзать дух Майдадыра. Ему захочется все очистить, как в физическом плане, так и в моральном. Если домашнюю уборку его любимый человек вполне способен перенести, то вот этические претензии Козерога могут его в этот день сильно донять. Гороскоп советует немножечко спуститься с высот патетики при общении со своим избранником, иначе все окончится конкретным конфликтом. Козерог также рискует в этот день невольно огорчить свою вторую половинку излишней прямотой. Помните, что горькую пилюлю просто необходимо сдобрить чем-нибудь сладеньким.
Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. В этот день звезды позволяют Козерогу быть искренним и доверять окружающим людям. Отлично пройдут любые переговоры, заключение контрактов и партнерских соглашений. День, конечно, не располагает к серьезному обману или подвохам в волнующих вопросах. Возможно, искренность Козерога поможет ему найти общий язык с коллегой или заключить перемирие с давним конкурентом, пусть даже не насовсем, пусть даже и совсем ненадолго. Этот день хорош для открытого общения в рабочей среде, ведь в этот день есть шанс достичь настоящего понимания. Водолей. В этот день у Водолея настроение большой стирки. Он стремится к чистоте как в фигуральном, так и в прямом смысле. Не исключено, что дома ему захочется навести генеральную уборочку. На работе разгрести завалы дел. Ну а в отношениях поговорить на чистоту. Гороскоп не отговаривает Водолея от стремления навести порядок везде, однако не переусердствуйте, это очень важно. Настроение енота-полоскуна ваши родные и близкие могут не разделить, так что не давите на них. Смотрите аккуратнее. Любовный гороскоп для Водолея. Это отличный день для Водолея, который давно планирует любовное признание. Он полон уверенности в себе и находится в этом эмоциональном настроении, когда способен передать все свои чувства партнеру. Также день хорош для Водолея, находящегося в романтическом поиске. В этот день ему будет легче обычного завязать знакомство, может быть даже и не одно. Тут уж я не знаю. А вот Водолей в отношениях способен стать источником ссоры в семье. Так что главный совет гороскопа для него на этот день – не ставить свои мысли и чувства во главу угла, учитывая желания любимого человека. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. В этот день Водолею следует хорошенечко запастись терпением, так как критики на работе уж точно не избежать. Дело даже не в том, что Водолей плохо выполняет свои обязанности, просто так уж сложились звезды. Самое лучшее, что можно сделать Водолею в этой ситуации – держаться подальше от руководства, не вступать в полемику с коллегами и стараться быть максимально продуктивным и точным в работе. Возможно, уже к вечеру этого дня негативные тенденции ослабнут, и Водолей сможет вздохнуть спокойно. Рыбы. В рыбах проснется разрушитель. Мотивом дня могут стать деструктивные настроения. Даже гороскоп не может точно сказать, на кого выльется больше всего негатива. На близких, коллег или соседей. Вполне вероятно, что рыбы выберут мальчиком для битья самих себя. Свое превращение в Халка в этот день трудно контролировать. Но это не значит, что не стоит пытаться. Будьте сдержанней. Да и добрее тоже будьте. Любовный гороскоп для рыб. Любовные начинания рыб в этот день, увы, обречены на провал. Все попытки познакомиться или просто обратить на себя внимание понравившегося человека в этот день не принесут рыбам положительного результата. Да и не важно, находятся ли рыбы в поиске второй половинки или состоят в отношениях, гороскоп не рекомендует им начинать в этот вечер романтические встречи. Слишком высоки шансы на то, что в этот день воркование влюбленных голубков быстро превратится в карканье двух разъяренных ворон. Стоит ли испытывать судьбу? Как вы думаете, в этот день рыбам имеет смысл переключить свое внимание на другие сферы жизни? Гороскоп карьеры и финансов для рыб. С самого утра рыбы могут испытать внутренний конфликт. Не исключено, что они задумаются, не настало ли пора менять отношение к работе или тем более к самому себе. Гороскоп советует рыбам в этот день отказаться от радикальных мер и для начала просто поговорить с руководством, обсудив волнующие их вопросы. Часто это бывает достаточно, чтобы устранить причину дискомфорта. Только получив решительный отказ босса повысить зарплату, стоит предпринимать шаги по смене рода деятельности. Вот и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам огромное за внимание. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Да, и спасибо большое, что вы оставляете комментарии. Да и вообще спасибо, что вы у меня есть. Ну, до новых встреч. Пока-пока.